Ей, всем привет, дорогие друзья! С вами Димас, Пингвинус, Тимончик, Камень, Арка Юа, Секрет, Дардрагон, Таймерлан, пацанчики, поздоровайтесь! Всем привет! Здравствуйте! Всем привет, ребята! Я сутки не спал, ребята! Всем привет! Сегодня мы играем в Гаррис Мод, самый классный режим, который всем нравится моим подписчикам, Among Us. Если пейте, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем вычислять убийцу и выкидывать всех с корабля. Погнали! Зашло, как всегда, очень много новеньких, поэтому, кто хочет с нами записывать, заходите в наш Discord, ссылочка в описании, любой может зайти и записать. Так, кто же убийца? Давайте будем смотреть. Кстати, блин, печально, что не я. Давайте тогда так, пацаны, сразу объединяемся и начинаем быстро выполнять задания, чтобы убийца просто не смог ничего сделать. Так, смотрим, где мои задания все. А как задание выполнять, кстати? На Е. А, тут. Так, так, так. Так, лично. Я потерял мисс-пункт. А, нет, это не то. Правильно иду? У меня сразу в одной комнате два задания, это очень хорошо. Блин, я не помню, где мисс-пункт здесь, правильно. А ты по карте ориентируешься, как и я? А где она там, карта? Отлично. Тап нажимаешь? А! Есть! Есть! Пацаны, я видел, как чувак убил другого. Нажимайте кнопку. А что, нельзя? А, подождите, убился. Давайте я до трупа дойду, я что же забыл. Это секрет. Нет. Да, это секрет. Это секрет. Это Дима. Ну, ребята, ну зачем я буду врать? Говорю секрет. Знаете, как мне нравится? Взял, убил челика и стоит в комнате. Не чтобы убегать сразу, он стоит и смотрит, труп разглядывает. Дим, если это не секрет... Я вам говорю, тогда я обманщик, согласен. Не, обманщики, фу. Не-не-не, просто надо было ему вентиляцию, наверное, убегать, скорее всего. Он вообще знает, что вентиляция есть? Да, знаю. Так а что ты не убежал? Сложно сейчас. А ты мой. Я режим не играл. Понял, понял. Ну тогда пока мы тебя с корабля сейчас выкинем. А чего вы за драгона? Зачем вы за драгона голосуете? Он и при чем? Потому что никер из-за этого. Отлично. Ну что, ребятушки, продолжаем. Надеюсь, сейчас я буду убийцей. Поэтому это самая быстрая катка с выкидыванием маньяка за 5 секунд. Я это зал. Самая глупая катка. Это самая глупая катка. Ну что, поехали дальше. Давай. Мне это нравится все больше и больше. 8 игроков, и смотрите, как быстро мы вычислили. Ничего, сейчас пацаны разыграются, и будет все хорошо. Блин, один предатель, вот. Так, ну что, давайте опять быстренько выполнять задание, чтобы найти, кто это убийца у нас. Я иду за тобой, Димас. Или кого убийца? Подожди, на тап. А мне не тут задание. Пошли вместе. Так. А, пожалуй, с вами. Надо, мне кажется, с кем-то вместе держаться, потому что только так тогда нас не убьют. Давайте втроем держаться. Давайте. Где мои задания? А, сюда. Тут. Тут. Еще один. Ого, у вас тут движ такой. Прикольно, прикольно. А, вот как убираю. Мне карту нужно свайпить. Так, подождите, я вы в меня врезаетесь? У меня, я думал, у меня уже свет выключили, а это вы в меня заходите. Просто. Пацаны, вы не ходите, вы выполняйте задание. Мы же так не пройдем, убийцу не вычислим. Что вы ходите? Давайте выполнять задание. Я хочу, чтобы мы быстро выкинули убийцу этого вонючего. На какую кнопку нажать? Кого? Чтоб, ну... Вот кто убийца, я вижу, он сам постоянно ходит. Тамерлан, Тамерлан. О, не-не-не. Да-да-да-да. А что ты сюда не выполняешь? Я тут впервые, потому что. Задание первое выполнено. Понял. Пока нет проводку. Да. Так, а где выкидывать мусор? Смотри, на табе как раз что-то потерял. Так, нет, это Дардрагон, наверное, убийца. Да, я все выполню, мне ничего. А, все, красавчик. Сейчас я пойду тоже тогда выполнять. Я чисто по табу иду. Давай, по красоте иди. А что за мной, Дима? Да мне кажется, ты убийца, потому что. Так, все, выполнил. Хорошо, идем дальше. Так, о, я вижу, пацаны выполняют. У меня еще пару заданий осталось. Одно задание осталось. Я задание последнее выполнял. Давайте, пацаны. Да. Мы должны его убить. Кстати, представьте, как убийце тяжело, когда столько игроков. Вот как убить? Один убийца против... Если что, секрет со мной. Да. Так что?
Драгон, есть! Нажимай, нажимай, нажимай! Ай-яй, дядя Дима, ай-яй-яй! Да я хотел на него нажать кнопку! Ай-яй-яй, Дима! Я голосую за Драгона, это он. Я сразу спалил, что это ты. А я видел Дарк Драгона, который около нас пробежал. Ну вот это ж убийца. А я видел Диму, что убил в этом... В смысле убил ты? А, ну хорошо. Дарк Драгон красавчик. Ты как и Серега умеешь, да, играть? Красавена, давай. А вопрос, а почему меня в двух катках первых убили? Это жизнь. Потому что все сливаются. Это все. Это давай, все. Камень, голосуй за Диму. Здрасте, я за Дарк Драгона голосую, потому что только ты там был. Да, это Дарк Драгон. Ты тоже ты пришел такой. А ты ходил, ты даже задание не выполнял. Ну, Дима, ребята, ну поздравляю, вы ошиблись. А кто тогда, если это не ты? А это ты, что ты врёшь? О, нет. Дима. Человек мог... Ну, выкидывайте, выкидывайте невинного. Что ж тогда делать? Мне осталось одно задание. Так. Никто ещё не выполнил задание некоторые. Внимательно смотрим. Я буду, короче, с пацанами. Вот Тамерлан. Мне кажется, это он. Ой, не-не-не. А кто же? Это ты. Секрет предатель, уже секрет? Кажется. Давайте за секретом будем наблюдать. Мне кажется, это секрет. Давайте. Это секрет, кажется. А кто это? Вон там вот кого-то убили. Убили уже? Идемте смотреть. Видите, мы вместе были, а кого-то убили. Я вас обманул, я убежал. Ах ты жопа! Все! Я нажимаю кнопку, это он. Это он. Блин, задание хотел. Я просто удлиняю время жития убийцы. Спасибо тебе, ну блин, красиво. Это ты про себя сейчас говоришь? Да. Все, секрет, пока, я знал, нет, что это ты. Нет, наоборот, бы я себе укорачивал время. Да нет, ты как-то с нами стоял, резко убежал. Это очень странно было, очень странно. Ага. Угу. Да, прощай, ау, секрет, тебе пора с корабля. Кто-то, идти мне делать. Кажется, на пенсию. Это не секрет, ну ладно. А нет, это он, потому что он убежал. Он просто встал вместе с нами и резко начал убегать в другую комнату. Как же он убьет при всех? При всех не убьешь никак. Меня напугали. В смысле, секрет? Тамерлан, это значит Тамерлан. Дима, ну это ты. Вы что гоните, каким образом это я? Да потому что я еще даже Драгона видел. Не-не-не, это Тамерлан, это Тамерлан. Где Тамерлан? Вот он. Да-да-да-да-да, это ты. Я тебе сейчас пью. Ты что, дурак, что ли? Я буду пнаться сейчас. Давайте тогда мы просто выполним задание, и мы увидим, кто убийца, если вы боитесь. Кто там подерется? Это я, стой, смотри. Я очки одел, противогаз. Есть, о, нашли труп. Это что такое было? Я за Тамерлана голосую, это он. Ну ладно. Нет, сейчас такое это тупо будет. Это Дима. Кикайте, Дима. Как-то ты, тебе актерское мастерство вообще на нуле. Это Дима. Убил человека и морозится. Так, Тамерлан, пока. А Тамерлан уже шумер. А кто тогда? Это ты меня грустно. Это... А Арка Юа, потому что он вообще молчит. Кстати, обратите внимание, он ни одного слова не сказал, когда мы записываем. Да, обычно... Вот обычно убийца молчит. Молчат. Тут убийцы и молчат. Он на крысу ходит и мочит всех. Ну да, но Дим, я... Эй! Я-то... Мой вариант вообще не рассуждался. Да, вот да как, а где убийца? Вот это вот тот, кто молчит, это и есть убийца. Надеюсь, не я. Так, я вот сейчас прям... Вот Арка Юа, смотрите, он всегда молчит. Вот почему он молчит и ничего не делает, стоит на месте? Ты нормальный? Может, у него микрофон не работает? Здрасте. Его в голосовом канале нету. А как он с нами играет тогда? А Тимончика тоже не было. Нет, я есть в голосовом канале. Не, было в прошлый раз, когда не, мы лабиринт с аниматроникой. Нет, в прошлый раз я тогда был. Я был тогда в голосовом. Все, тихо. Так, следим. Вот кто задание не выполняет? Я все задания выполнил. Это пингвин. Ай-яй-яй. Есть, красавчик. Самая лучшая катка. Почему никто не поверил? Ты говорил про Люка по секрет, да? Правильно я понял? Дим, как мапу открытую уже, когда трое оставалось убить. Ну все, ребята, миссия выполнена. Красиво я сыграл. Так, подожди, Дарк Драгон, давай, начинаем еще каточку. Сейчас. Блин, прикольно, мне понравилось. Давно я так красиво не играл. А вы реально не поняли, что это я, да, сразу? Я мы все это уже поняли. А че вы не голосовали за меня? Так, мы нас выбросили. Вы знаете, что как убийца работает? Он выбрасывает тех, кто может за него проголосовать.
Ребята, обязательно ставьте лайк, подписку, потому что это лучшая катка в Among Us. Ну все, теперь я уже не убийца, поэтому даже могу продиктовать все, что мне надо сделать. Ну блин, печально, конечно, что мне еще раз не дали убийца, я бы еще раз всех замочил. Вот убийца, у него нет заданий в этом месте. Вот убийца. Там Ирлан, убийца, потому что он подошел до того места, где нет заданий. А может не надо? Да-да-да-да-да. Это ты. Я думаю, это ты предатель. Опа. Не-не-не, мы вот точно не Тамерлан, потому что мы были вместе с ним. Пингвинус при мне убил. А, все, голосуем за Пингвинуса. Да кого? Ты прибежал в группу в хранилище. И не заря... Я из реактора, или как эта фигня называется? Ты прибежал в хранилище, а там был труп около бензина. Я из свайпа карты бежала, я свайпнул карты и шел. А что ты пробегал через... Около электричества? Я через труп... Через труп я не пробегал. Ага, потому что ты его убил. Ну все, Пингвинус, пока. Гудбай. О, разделилось, кстати, два... А, ничья будет? Голосуйте еще кто-то, кто еще... Блин, да сейчас он дальше всех будет мочить, вы чего? Да это не я, ребят. Да хоть кого-то надо было выкинуть. С корабля этого. Если меня убьют, это Пингвинус. Так, все, идемте выполнять задание, шутки прочь. Смысл мне тебя убивать, если я не предатель? Ну, узнаем. В обход, да? Аня, сюда. Нормально бочку с говном мне дали на помощь. Эй, кушай. На попей. Так, я боюсь, чтобы сзади меня убийца не бежал. Битковое задание уже и не помню, все поменяли здесь. Отлично. У меня ничего не нажимается. Так, ничего не нажимается, так ты убийца, потому что. Так, сюда. Я тебя отомщу, Димас. Каким образом? Ты меня убьешь, да? Тихо, я уже боюсь, я уже боюсь. Вот красный за мной бежит постоянно. Полюбасы, убийца. Опа, розовый. Люки, труп, навигации. Так, блин, ну ребят, давайте кого-то выкинем. По-любому кто-то ж убил его. Это Пингвинус, могу поставить. Да, все, давайте Пингвинуса выкинем. Все, выкидываем Пингвинуса. Элик секрета. Давайте. А, секрета ж убили, как можно. Мне сразу секрета выкидывают. Те, кто гонят постоянно, те вот сами. Если я трупы нахожу, значит, ты убийца. Если я трупы нашел, логично? Ну ты так, чтоб не палиться. Да вот именно. Вот я так же в МКА сидел. Давайте, последний человек. Давайте, давайте, Пингвинус, пока. Я голосую за Тимончика. Давай, узнаем. Я голосую за Пингвинус. Ну-ка, мне даже интересно, он это или знаете, нет? Знаете, как песня в Сындука? Он был предателем. Отлично, красавелла, прикольно. Нет, почему ты из хранилища так выбегал? Я еще вначале понял. Я хотел тебе мозги пропустить. Ну, тебе получилось, я видишь? Мы не смогли тебя выкинуть с первого раза. Так, ну что, начинаем? Угу. Сейчас. Надеюсь, я буду убийцей и всех замочу опять. Прикольно, когда 8 игроков, а ты один, и у тебя реально получается всех убить. Это очень круто. Так, нет, не я, ну ладно. Ой, а я опять предатель. Шучу. Вот это ты зря сказал. Вот это сейчас мы тебе и выкинем сейчас. У меня все три задания в электричестве, прикиньте. Халявщик? Нет. Димас, ты где? У меня в реакторе. Меня убить хочешь? Блин. А ну иди сюда. Ты же мне хотел предателем сделать. Бирюзовый. Бирюзовый, не приходи ко мне. Очкуешь? Секрет, ты где? Иди сюда. Я не хочу с тобой. Я тебя боюсь. Да не бойся. Так, одно задание мы сделаем. Мама, я срать хочу. С другой стороны. Что делать? Все. Такая тишина. Ага. Мама. Так, где здесь ближайший люк? Я чувствую, что ваше скрытие. Отлично, выполнено. Так, давайте для прикола, честно. Вот давайте объединимся и быстро-быстро выполним все задания. Давайте. И тогда, получается, убийца не будет вообще никакой возможности что-то там делать. Так, давайте просто находите вентилятора, пропускайте его сразу. Я вот быстро выполняю прям задание, максимально быстро. Опа, черного замочили. Еловый. Это Тамерлан, я видел, он около Дарк Драгона стоял, что-то там приседал. Ну, по-любому, если это не он, то это ты. Два варианта, или он, или ты. Гений просто. Так, ну что, давайте вырешим, за кого будем голосовать. Только не меня. Есть идея, если это Тамерлан, а если он будет не предателем, то это секрет.
Давайте за секрета. О, давайте за секрета проголосуем. Потому что... сначала надо Тамерлана выбросить, думаю. Мне кажется, секрета надо выбрать для начала. Потому что он... почему всегда меня? А, ну тогда Тамерлана. Почему меня? Если он не предатель, то тогда секрет предатель. Мне кажется, секрет предатель. Ой, красавчик. Молодец. Видите, я умею. Красавчик. Я единственный, кто умер. Если понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения, посмотрим мои ролики. Еще.